Добро пожаловать на мой канал! Сегодня мы будем вместе готовить очень вкусный торт «Пьяная вишня». Пойдемте готовить. В миску добавляем яйца, сахар и взбиваем миксером до увеличения в объеме. Добавляем мягкое сливочное масло, взбиваем еще минуту. Добавляем сметану. Взбиваем. Не прекращая взбивать, добавляем вареный кофе. Далее добавляем какао. Ванилин. Разрыхлитель. И муку. Все это взбиваем миксером на маленькой скорости. Готовое тесто выглядит вот так. Выпекаем в разогретой духовке при температуре 180 градусов 35-40 минут. Готовность проверяем зубочисткой. Желатин заливаем водой. И даем разбухать. В ковш добавляем вишни, засыпаем сахар. Заливаем водой, ставим на огонь. По желанию можно добавлять ванилин. Доводим до кипения. Убираем ягоды. Добавляем столовую ложку коньяка или рома, можно и больше. Оставляем немного сиропа для пропитки. В оставшийся сироп добавляем желатин.
перемешиваем до его растворения. Наливаем в контейнер и даем застыть. Готовим декор для торта. Ломаем шоколад и растапливаем. Выливаем шоколад на пергаментную бумагу. Равняем. Убираем в холодильник. Готовим крем-чиз. К творожному сыру добавляем сливки. И взбиваем миксером до загустения. Добавляем сахарную пудру и ванилин. У меня пудра домашняя из тростникового сахара. Разрезаем бисквит на 3 коржа. Собираем наш торт.
в холодильник на 2-3 часа, чтобы пропитался. В итоге вот такой торт у нас получился. Подписывайтесь на мой канал, оставляйте ваши комментарии. Если понравилось наше видео, поставьте палец вверх. До новых встреч!